Многих поклонников сериала «Султан моего сердца» интересует, чем же закончится столь полюбившийся сериал. В заключительных сериях на крыше дома показался человек с ружьем. Осталось поставить все точки над «и». В кого же он будет стрелять? В Махмуда? Конечно же, мишенью киллера был Махмуд, ведь не зря же в фильме был показан Дмитрий, ищущий местного исполнителя для этой цели. Вопрос был лишь в том, где именно совершить это злодеяние. И вот настало публичное мероприятие, где была и Анна, переодетая в мужскую одежду, так как женщинам там нельзя было находиться. Убийца целился в султана, но Анна, стоящая рядом с султаном, вовремя заметила стрелка и своей грудью прикрыла любимого от пули, которая вонзилась в ее тело. Она упала прямо в объятия Махмуда, который, сорвав с лица Анны приклеенную бороду, начал делать счетные попытки оживить ее. Когда Анна потеряла сознание, Махмуд в отчаянии кричит в небо. Выжила ли Анна после такого тяжелого ранения или нет? Поскольку пуля попала ей в правую часть груди, можно надеяться, что Анна все же выжила, так как выстрел пришелся не в сердце. Но если подумать об уровне медицины того времени, то закрадываются сомнения в благополучном исходе ранения для Анны. Нам остается лишь уповать на то, что сериал «Султан моего сердца» продолжится и выйдет второй сезон. А если он выйдет, значит Анна выжила, иначе какой смысл второго сезона? А он обязательно выйдет ориентировочно летом 2019 года. На российском телевидении его покажут, скорее всего, чуть позже.